Привет. Значит, это у нас обзор, как открыть замок Герда, модель H+. Открывать будем с помощью вот такой самоимпрессии и готовой фольги 0,5 мм. Значит, сразу ложим на рабочую часть. Носик заглаживаем чуть-чуть сюда, оставляем. И вот такой вот карточкой проглаживаем вот так и аккуратненько вставляем, чтобы фольга не замялась, не помялась. В общем, замок работает отлично, без заеданий, без заклиниваний. Те, кого заинтересовал инструмент, ссылка и контакты в описании будут видео для приобретения данного девайса.